ходе совещания обсуждался вопрос совместной деятельности правоохранительных органов и администрации Сочи, Анапы, Новороссийска, Туапсинского района и Геленджика. За последние 11 месяцев хорошие результаты по сравнению с остальными муниципальными образованиями отмечены в Сочи. Показатели преступности на курорте снижены. А вот рост преступности зафиксирован в Анапе, Новороссийске, Геленджике и в Туапсинском районе. В основном это правонарушения, совершенные лицами, состоящими на профучете из-за алкогольного опьянения по бытовым мотивам, а также умышленное причинение вреда здоровью. В целом, по Черноморской и Сочинской зонам по итогам 11 месяцев зарегистрировано снижение преступлений. Следует отметить, что рост преступности на сегодняшний день наблюдается, зафиксирован в городе Анапе и в Туапсинском районе. Как отметила Наталья Витязева, инициаторами работы с лицами, стоящими на учете, должны выступать участковые. Правоохранительным органам необходимо использовать потенциал территориальных комиссий по профилактике правонарушений и активно сотрудничать с местными администрациями, а также формировать списки подучетных граждан и предлагать им социальную и консультативную помощь.